перегружен. Могу нести больше.
не могу нести больше. Добрый вечер.
Добрый день. Я перегружен. Я не могу нести больше. Я это хорошо пристрою. Я это хорошо пристрою. Я это хорошо пристрою. Я перегружен. Это дерево изобилует магией. Очень хорошо. Здравствуйте. Thank you.
такой трагический конец для Тристрама. Я это хорошо пристрою. Проявление моей благодарности, я расшифрую для вас все эти письмена бесплатно. Как это не прискорбно, я не мог ничего поделать, чтобы предотвратить разорение Тристрама. Похоже, что наши самые ужасные страхи уже прошли. Дьявол, лорду ужаса, еще не раз удавалось захватить мир. Как вам известно, некоторое время назад дьявол был лишен жизни под Тристрамом. И когда наш герой вернулся из лабиринта под городом, мы устроили праздник, который длился несколько дней. Со временем наш герой стал все более надменным. Он начал отдаляться от других горожан и, похоже, впал в темную глубокую депрессию. Возможно, это было его небесной карой, которая не давала ему покоя, и он не мог выбросить ее из головы. Все выглядело так, что муки этого героя с каждым днем все увеличивались. Я помню, как он много раз просыпался, крича ночью. Всегда что-то о востоке. Однажды он просто пропал. И, соответственно, в скором времени Тристрам был атакован легионами омерзительных демонов. Многие были убиты, а меня демоны оставили умирать в этой клетке. Теперь мне кажется, тот герой Тристрама был темным странником, который прошел этим путем до падения монастыря. Я опасаюсь даже большего, друг мой. Я боюсь, что дьявол получил власть над героем, который полагал, что он его убил. И если это так, то дьявол станет намного могущественнее, чем когда-либо. Вы должны его остановить, или все будет потеряно.
Мы рисковали своей жизнью. Добрый день. Да? Добрый день. Когда я покинула монастырь, я забыла Горадрик Малус, мой колдовской кузнечный молот. Если вы сможете мне его вернуть, я использую его магию для того, чтобы усилить ваше снаряжение. Приветствие!